Я говорю там девушке одной, а почему, ну, вы не встречаетесь больше? Говорит, а родители не приняли этого молодого человека. Говорю, да нормальный парень и так далее. То есть до сих пор сейчас, получается, родители влияют да. на да. детей да. и говорят им, типа, ты с этой не встречайся или с этим не встречайся. А это же неправильно. Для нас неправильно. Для них правильно. Не, либо. Мне, конечно, тоже хочется для там выбирать. Для нас с тобой неправильно. Сказать, вот ты так, ты вот да. условно этим пользуйся гаджетом, да. да, а вот этим не пользуйся. Да, там, потому что этот гаджет, он очень приличный. Не, ну слушай, муж это не гаджет, подожди, муж это не гаджет. Здесь нет момента. Не, ну я даже не могу, вот я приду к детям, скажу, там, выкиньте там один смартфон, да, там. Да. Выкини Samsung, там, пользуйся, не знаю, там, чем, да, Huawei, да. Они мне скажут, нет, как, мне же, до свидания, мне нравится вот этот флип, да? Я на них на этом уровне не могу повлиять, и как я им должен еще объяснять и заставлять их с кем-то общаться, встречаться, пожениться и так далее. Ну, у нас же не королевский двор.